Всем привет, YouTube, привет. Вот очередные посылочки пришли. Это как раз ответ на вопрос. С ребятами тут переписываюсь. Вот пробойничек с наконечниками. Но это как раз вот наша резьба М8. Она подходит туда, куда надо. Ну и грибочков заказал. У меня вот такой комплектик уже есть. Мне он понравился. Цена смешная. Что-то в пределах 200 рублей. Решил купить в запас. Пригодятся. Вот такие вот грибочки. Они просто разных размеров, чуть разных фасонов. Неплохо они работают, поэтому я решил купить. Что касаемо пробойника. Вот у меня есть вот такой, но здесь резьба не метрическая, а дюймовая. Вот. Ну и вопрос второй, что видим мы тут уже нос, вот он кривой. Вот. Из мягкого материала. Вот, и не подходит ко мне на мои в качестве насадок и прочего. Вот я заказал тоже. Цена тут смешная. Здесь как раз резьба та, что надо. М8 наша. Поэтому это я кому-нибудь придарю. Вот, продавать смысла нету. Вот. А вот эти как раз пойдут в дело. Их можно и на крючки, и на пробойники. И на вот такие вот насадочки можно одевать, чтобы их смягчать. Так что вот так. Просто-напросто надоело уже, что, допустим, вот таким пробойником, если пользуешься, никуда эти насадки они не подходят. Вот, так что это мы откладываем. Вот, а этим будем пользоваться.